Family Mart, как и 7-Eleven, находится в шаговой доступности, открытый 24 часа в сутки. Оплата может быть и пластиковыми картами, и PayPal. Все платежные системы, которые может рассчитываться. Зайдем, посмотрим цены. В принципе, в любом магазине все есть самое необходимое. И косметические средства, и шампуни, зубные щетки, солнцезащитные крема. Также, в принципе, и полотенчики можно взять. Детские крема. Сумки, немножко игрушек, зарядники, карандаши. Ну и цены невысокие в этих магазинах, поэтому можно брать одноразовая утварь, пластиковые стаканы. Зубные щетки, пасты. Шоколадные палочки к чаю. Шикарная штучка, попробовать. Цены невысокие. Вот эти берем по 20 бат. И вот такие вот берем. Вкусные. Здесь еще есть другие, но сейчас их нету. Вот это печенье съедобное. Опять же, на вкус и цвет товарищей нет. Конфетки. Здесь же небольшая аптечная выставка. Это моющие средства. Порошки, гели, шампуни, ароматизаторы. Подсолнечно-льняное масло. Кунжутное масло. Какого здесь только масла нет. Яйца вот мы берем в номере, готовим утром завтраки, и вообще отлично. Соевые соусы разнообразные. Ну, не только соевые здесь. Вот такой вот соевый берем. 35 бат стоит. Фасовка получается сколько? 680 грамм фасовка. Макароны даже есть. Мороженое разное. В стаканчиках по 15 бат. Туалетная бумага. Соки, орешки. Чипсы. Ну, в принципе, если кого-то цены интересуют, можно паузу поставить и посмотреть. Также вот соленые вещи, сушеные, пряные. Пиво, вода. Вода маленькая, 7 бат, чуть побольше, которая 600 грамм, 9 бат. Полуторалитровая, 22 бата. Соки, соки, соки. Конфеты, лапша. Здесь же можно сразу сделать чай, кофе, напитки налить, очки, лапшу заварить можно в любое время дня и ночи. Захотел перекусить, нет, что в кафе не бежать, вышел в магазин, зашел в магазины, если рядышком нету, прошел 50-60 метров и взял. Тоже разнообразная лапша, хлеб, булки, молоко. Ну, вот такое молоко берем квадратных, 91 бат стоит. Отличное молоко. Также берем бекон вот такой вот за 46 бат. Утром омлет с бекончиком. Отличная штука. И берем вот такие бутерброды. Здесь их сразу можно разогреть. Это вот тесто хлебное, бред. А вот точно такое же, вот оно, тесто круассан. Так что все есть под рукой. Здесь же можно разогреть, здесь же можно приготовить.
Вот такой магазин. И не надо никуда бежать, что-то особо набирать. 41. Ладно. Всем всего доброго.